Привет. Привет. Вадимка меня учит играть в шахматы. Вадимка пришел из школы. Ему сейчас надо будет с репетитором заниматься, пока Кирилл занимается с репетитором. В это время он меня заставил играть в шахматы. Я не помню, как играть. Вот реально не помню. А вот он меня учит. Ну, я хожу, в общем, как хожу. Не бери физи, потому что я его люблю. Ну, я тогда вот так сделаю. Я когда-то маленькая играла, но я не помню. Так, через что-то можно перепрыгнуть. Вот это вот слон, он вот так ходит. Это не слон, это лошадь. Вот так, нет? А он через свою может перепрыгнуть? Да, он может перепрыгнуть. Я не помню. Ладно, давай я пойду. Быстрее я проиграю, быстрее Вадимка от меня отстанет. Ой, блин. Хотела срубить. Хотела. Давай. Ну, тогда вот так. Хочу показать вам небольшой заказик. Я, правда, на втором канале снимала, но вам тоже так это покажу быстро. Опять посуду заказала, каталог новый. Тут получается уже каталог первый 2022 года. С 27 декабря будет действовать распродажа. Тут до 70% скидка. А туалетная водичка Мурмур. Заказала одну себе, одну на подарок пойдет. Маленькие флакончики, очень сладкий аромат. Вадимочка у меня собирается на улицу. Все, позанимались, на улицу пойдет. Здесь у меня стакан я показывала. Сейчас еще раз покажу, вдруг кто не видел. Да заказала, значит, получается, что у меня ложек чайных не было. Заказала 6 штучек. Ножи заказала 6 штучек. Вилки, ложки у меня есть, я показывала вам. Еще ножи заказала. В тот раз вот мама буженину приносила, и вот прямо ножика не хватало. Надо было кусочки резать, и без ножей вообще никак вот заказала. Так, дальше. Здесь у меня, кстати, опять вот я назаказывала. Если со скидкой, ну, не по каталогу, а как консультант, 5-100. Стаканы тоже вам показывала. Еще 2 заказала. Может быть, у меня получится всю посуду собрать. Но на Новый год, вот девочки, что пишут, некоторым нравится, некоторым нет. Но на Новый год, в принципе, вот со мной все согласны. На Новый год можно такую посуду поставить, она такая ярко-красочная. Но это вот вилки, ложки, ножи такие. А сама посуда-то, она более-менее такая спокойная. Вот стаканы очень красивые. Просто космос, реально просто космос. Вот. А сами тарелки, они... Фарфор, кстати, вот такие вот синие. Тоже как космос, видите? Вот так вот. Северное сияние называется коллекция. Это вот такая вот маленькая тарелка и большая тарелка. Вот такая вот. У меня уже 2, получается, таких тарелки. Одна такая. Ну вот в эту тарелку прямо вот торт входит. Мы в тот раз ставили торт. Вот так надо ставить. Очень красиво. Это стакан для воды. Красота, красота. Ножичек. Чайную ложечку. Вот сюда вот. Сюда ложку, сюда вилку. И красота. Все. Все немножко осталось дособирать. Ну, наверное, до Нового года все-таки я не успею заказать все это. Все. Я уберу, отнесу на кухню. Такой небольшой заказик. В магазине Фикс Прайс. Сейчас с ребенком заехали. Маски. Новые какие-то. Пилинг-носочки. Отшелушивание. Пилинг-носочки с питательной сывороткой для ног. Так. Патч для ног. Шеньшень. Криоэффект. Перчатки увлажняющие. Вообще маска Флюид. Столько масок всяких. Маска омоложения. Такие симпатичные маски. Моделирующие. Омоложение для лица. Фиг. Салонная процедура. Надо пробовать взять будет. Маска, кстати, 85 стоит по карте. А я карту сегодня забыла.
сегодня. Посмотрите, какую прелесть привезли. Камешки декоративные. Я так поняла, что вот эта цена 77 рублей. Я, знаете, куда думаю? Помните, я хотела стакан, где у меня хранятся кисти для макияжа. Здесь вот такие вот цветом почти розовые. Я, наверное, возьму вот такие вот. Или серебристые взять. Очень красивые. Можно просто даже рассыпать их где-нибудь. Красиво будет. Какие взять? Напишите, какие бы вы взяли. Серебристые или розовые? Смотрите, еще новиночки увидела. Это декоративный домик. Я сначала думала, там как шкатулка. Вот, наверное, декоративный домик, а это как шкатулочка. Сюда можно поставить тоже кисти для макияжа и что-то сюда сложить, сюда положить. И здесь выдвигается, смотрите. Заработок. Здесь вот такой розовый цвет. И вот там серый какой-то. Принцесса. Прелесть. А это просто домик. Мы сейчас в машине. Юра хочет показать вам свой новый видеорегистратор с функцией радар-детектор. Дигма. Помните, я показывала распаковочку, а сейчас покажу вам, как немножко он действует. Он иногда включается, у него видео. Угу. Юра, чем он от простых отличается? Он же подороже со мной. Чем от... Что у него есть? Парковка. Показывает, да? Датчик движения, датчик. А еще вроде бы он со звуком может записывать, да? Голосовой есть. Еще. Голосовой еще. Запись высокого разрешения качества, да? Еще что там? А на флешку записывается, и дома можно посмотреть. Записывает запись. Запись по 5 минут. У нас модель. Free Drive 750. Здесь GPS. Она у нас это разговаривает. Когда скорость набираешь, вот мы ездили тут это за город. Все говорят, в принципе, да? Понравился очень, потому что как бы все понятно, какая скорость и... А запись вроде бы по 5 минут у него включается, снова там включается. В настройках можно, да, сделать? В любое время. Угу. Так. На 5 минут. А, да, когда, если, например, мы немножко этот как едем, и там радар, что-то она говорит, ага. Говорит, либо камера, либо это. Говорит, что камера впереди. Скорость, угу. Так интересно. Превышение. Да, только на полкилометра превышаешь, она начинает уже это говорить. А вот это вот, Юра, контроль проезда по выделенной полосе. В смысле, если не по полосе поедем... есть тоже, да. Вот видите, как интересно. Там пика там. Если не по полосе, немножко сверну, да? Да. Так, мобильный радар тут. Ну, много интересного здесь. Но здесь больше, например, вот, да, много всяких функций, чем у нас до этого было. Там простенькая. Там просто, да. А здесь... Просто записывала вообще. А здесь еще, ну, она ругается. Так, это разверни мне ее, а то я не показала. Можешь ее немножко повертеть, потом настроишь. Угу. Вот так вот я ее. Вот. Да. Она как, знаете, как этот, ну, как улицы это вот записывать, да? Видеокамеры маленькие раньше были. Фотокамеры. Да, точно такая же. Удобная, нам понравилась. С удовольствием пользуемся. Мои дорогие, ссылочку на видеорегистратор я оставлю под видео. Перейдете, прочитаете все там настройки, все характеристики, все там есть. А мои поехали в ДНС. Надо Кириллу, помните, я говорила, охлаждающую подставку под ноутбук. А я пока в это время буду сейчас снимать на втором канале видео для второго канала. Кирилл купил эту подставку. Охлаждающую подставку. Так, ты мне скажи, где у нее вентиляторы-то там? Вот. Тут 4 вентилятора. А, везде здесь, со всех сторон. Да, 4. Их можно отдельно отключить. Что либо здесь, большой? Либо здесь. А, нет, наш ноутбук, это да? Это ноутбук, а внутри-то он нормальный. Угу. Радостный, да? Да. Он такой доволен. Сегодня девочки, смотрите, в белой маечке. Сейчас пойдет мыться. Уроки это делает, вот. Пойдет мыться. Слышите, да? Это вот у нас соседи. У меня уже крыша едет. Я сегодня не в этой комнате снимала, а вот в той комнате снимала. И под конец их было слышно. Я вот психанула, перестала снимать. Вот ножки есть. Еле доснимала, в общем. Да, вот ножки.
Не могу, мне надо на второй канал тишину, а они постоянно орут, постоянно орут. Я один раз, кстати, уже ходила, ругалась. Но не было мамы, я просто детям сказала, перестаньте кричать, ну, они перестали. Ой, а это, слушай, зачем? Это порты, вход, так, выход. А что туда подключать-то, ну, зачем? Выключи, у тебя один порт, сюда можно было мышку воткнуть. Так, а это к ноутбуку? А, это к, да, а один, все, отлично. Если их не будет хватать, что ли? Ну да. Ничего себе. Он светится или нет? Нет, или этот, да, не это светит? Обыкновенный. Это обыкновенный, без подсветки. Ты дорогой взял? За две? 2300. 2300. Ну, там есть... Нормальный. Да, да, нормальный. Он смотрел, читал отзывы, да, про, да, про них. Вот этот нормальный какой-то. Этот нормальный самый. Здесь тоже наклейка. Да? Да. Она заклеена. Да, да, пусть она заклеена красиво. Довольный? Очень. Очень. Ну, все. А мышку купил. Ноутбук тебе подарили. Этот, значит, купил. Все. Все есть. Все есть, ладно. Девочки мои хорошие, посмотрите теперь, чем я занимаюсь. Кирюшечка, забирай коробочку, я покажу девочкам. А, у нас же принтер Canon новый, так-то вообще-то это для детей купили, а я сижу, вот картинки печатала. Я сидела, нашла в интернете красивые картинки, хотела сделать вообще, это уже в последнюю очередь я печатала, я хотела сделать наклейки для ежедневника. Например, ежедневник ведешь, и можно напечатать вот такие вот всякие картинки и приклеивать в ежедневник, просто как-то украсить. Ну, очень мило и красиво, ну, нравятся мне вот такие вот наклеечки. У нас не продают таких вот интересных, красивых, продают, но вот именно вот с косметикой я такого не видела. Такие можно сделать. А у меня же бумага вот такая вот самоклеющая, и я хотела либо магнитные сделать, либо вот на самоклеющей вырезать, произвольно вырезать, да, и наклеивать в блокнот. Печатала, а потом такая, вот эти вот картинки увидела, тоже красивые, думаю, надо купить рамочку для них. Но это здесь я еще не ровно распечатала, надо поровнее, эту поровнее сделать сюда. И думаю, надо купить рамочки и развесить. Потом сижу такой, думаю, зачем я буду тратить бумагу, добрую бумагу на какие-то картинки. Я уже мечтала всю жизнь сделать фотозону и распечатать фотографии. Открыла, значит, вот эту бумагу самоклеющуюся. Это фотобумага, это фотобумага. И распечатала 3 штуки. Сначала мы съездили в фикс прайс, сначала съездили. Купила я 6 рамок, но, девочки, вот эти вот рамки очень красивые, но они не совсем хорошего качества. Их открываешь, иногда бывает там, вот видите, царапинки. Ну вот. Ну, что я сделаю? А уже открываю, не пойдешь же менять, распечатано раз. А были, значит, мятные, вот такого мятного цвета, и белые. Мятных всего было 4 штуки. Я хотела 6, но было всего 4. Я взяла 4 и белые. Вот здесь вы тоже видите, царапинки есть, но особо как бы не видно. Вот, значит, 2 белых, 4 мятных. И сделаю вот так тогда. Нет, это вот сюда пойдет у меня. Вот сюда, вот сюда. Давайте встану, вот так покажу. Распечатала какие фотографии. Я хочу распечатать фотографии с моря. А, Сочи, с моря. И, блин, хочу, чтобы у меня где-то тут перед столом висели эти фотографии, потому что в последнее время мне море покоя не дает. Вот я думаю о нем, потому что я снова хочу туда. Потом мне во сне все время снится, что я туда еду, иду. И вы знаете, какие-то преграды до моря. То вот я иду. Какие-то ларьки возле, ну вот до моря не дошла, вокруг ларьки. А Кирюша, открой, сына. А вокруг вот эти вот ларьки, я, ну, смотрю, там раскладывают вещи, да, а до моря-то уже не дошла, проснулась. Потом на другой день мне приснилось, что как бы я в отеле пошла, значит, в этот, кто он, куда кушать, там проверяют QR-код, у меня как будто бы его не было, хотя он у меня есть, и меня там что-то не пустили, я до моря тоже не дошла, потому что я застряла на кухне в столовой. В общем, вот такая белиберда, я решила, говорю, сделаю я вот эти фотографии, успокоюсь, будут они передо мной висеть, и будет вот эта красота. Значит, я 3 сделала, потом подумала, надо сходить все-таки фотобумагу купить, а не самоклеющуюся. Самоклеющую пригодится тоже что-нибудь. На самом деле, может, какие-то наклейки сделать. Все, куплю, завтра схожу в фотобумагу, распечатаю остальные, еще 3 сделаю. 3 фотографии. Так-то много очень красивых фотографий, и очень хочется много распечатать. О, мужчины заходят. Вот это вот очень фотография нравится. Вот сейчас, секундочку, я снимаю, сына. Вот это вот фотография здесь Вадимка с Кириллом в бассейне. И у меня еще моя любимая фотография, это вот такая есть, но она уже распечатана, вот видите, распечатана она есть, эту не буду распечатывать, все, сейчас я буду редактировать на второй канал видео, может быть, еще рамки купить и сделать вот так вот, я хочу все развешать. Блин, вообще классно, классно. Думаю постоянно, девочки, море, постоянно думаю. В следующем году, если живы-здоровы будем, то
то поедем снова. У Юры, правда, отпуск только, девочки, в сентябре. Если дадут ему выходные, без содержания, выходные летом, то он поедет. А если он не сможет, может быть, мы с детьми и поедем. Все постоянно думаю, вот реально постоянно думаю, меня тянет прямо вообще. Туда. Хочу туда. Обратно хочу. Я вообще хочу туда жить. Вот, так что вот, пойду я за бумагой куплю. Завтра и допечатаю. Мои дорогие, ну вот на этом, наверное, сегодняшний влог я буду заканчивать. Пока ничего интересного нет, но скоро будет, надеюсь. Где-то, наверное, после 20-го начнем делать ремонт в столовой. Угу. Будем делать ремонт скоро, тогда будет поинтереснее, я поснимаю. Я знаю, что многие любят про ремонт смотреть, потому что у меня как где ремонт, там просмотров намного больше. Так что вот в конце этого месяца надо будет успеть сделать ремонт столовой. Мы будем покупать линолеум, стелить, обои клеить, ну, может быть, еще и потолок, может быть. Если у него будет время свободное, у того мастера, у которого мы делали вот этот потолок, если у него будет время свободное, то мы еще и потолок сделаем. Так что вот. Да, Вадимка? Надо быстрее сделать. Но самое главное, нам надо сделать в столовой ремонт, потому что Новый год, может быть, если сделаем там ремонт, то, значит, будем Новый год в столовой отмечать, а кухню уже, может быть, в следующем году уже сделаем. Самое главное в столовой сделать. Если честно, девчонки, вот я мужу говорила все, что давай будем делать ремонт, давай скорее, давай, доканывала его. А сейчас я смотрю, я уже сама устала. Вот реально я сама устала. Ты тоже. От ремонтов я имею в виду, угу. Да, от ремонтов. Потому что заметили, да, меньше стало ремонтов на моем канале. Меньше стало ремонтов, потому что я сама реально устала уже от них. Ну, столовой надо доделать, потому что там я вот эти вот обои, я просто смотреть на них не могу, на эти черные. Но они грязноватые такие. Я хочу быстрее все это убрать и пол постелить нормальный. Юра диванчик хочет, диванчик ему надо. Отдыхать и телевизор смотреть. Он на телевизор смотрит, да? Весь вечер. А про двери спрашивали, зачем двери? Зачем поставили двери, которые идут из, получается, из коридора в Вадимкину комнату? Юра встает и не дает нам спать, да? Он идет на кухню, в столовую, включает телевизор. И телевизор у него, пока он дома, он все включен и вечером, весь вечер, и утром, все утро. А Вадимке, например, утром надо, если не в школу, то ему надо спать. Слышит это все, уроки делать ему надо, да, он в своей комнате делает, и папа мешает. Поэтому двери мы закрываем всегда. Вот сейчас схлопнули двери, тоже двери закрываем всегда, потому что, ну, мешают. Юра мешает. Юра и музыку иногда включает. У нас сегодня в школе был цирк. А, этот иллюзиозная программа mm-hmm. была. Там у вас были кто? Там фокусники. Фокусник был один. И он засунул платочек, и он стал невидимым. Вот так вот. А еще у Вани... Сколько? 120 рублей я отдавала, да. Денег тогда. У него в футболке у Вани вытащил платочек из живота, говорит. Весело было. Ну ладно. Ладно, мои хорошие, все, пока-пока. Пока опять договорила тут кучу. Пока-пока. Пока. Целую. Пока.